Жители дома по улице Прибрежная, 10 – творцы своего уюта. Год назад решили принять участие в проекте формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Вместе с администрацией Ленинского района разработали дизайн-проект. Результат не заставил себя долго ждать. Совсем скоро здесь появится современная и комфортная спортивная площадка. Нам захотелось благоустроить наш двор, чтобы у нас было красиво, но чтобы было где провести время и молодым, и пожилым. Были разные у нас варианты. Мы хотели сначала детскую площадку, но детская площадка внизу. Мы решили, что лучше спортом будем заниматься. Обратились, нам помогли. Администрация, в общем-то, во всем нам помогает. Работы уже идут полным ходом. По проекту здесь появятся турники и брусья. Будет уложено резиновое покрытие. Все дорожки заасфальтируют, поставят скамейки. Также обустроят прилегающий к территории газон. Сейчас мы делаем подготовительную работу, после чего будет установлено оборудование и уложено резиновое покрытие. По срокам, значит, работ, как бы у нас сроки до 1 сентября, но мы идем с опережением графика. В Ленинском районе Самары активно ведутся работы не только по программе формирования комфортной городской среды. Всего в этом году будет выполнено 12 дворовых территорий, благоустроен по программе ФКГС, и 3 территории по проекту содействия. В этом году мы делаем комплексное благоустройство, асфальтирование, замена борта 18 адресов. И 18 также адресов. Это у нас будет выполнен текущий ремонт. В том числе те приоритетные адреса, которые определены по предписаниям ГИБДД. Контроль за выполнением работ на всех объектах под пристальным вниманием жителей, общественников и администрации Ленинского района. Каждую среду у нас называется строительная среда. И мы делаем комплексный контроль выполнения работ с участием технадзора обязательно, управляющей компанией у нас принимает участие, управляющими краёном и представители жителей, которые подавали заявку, и представители администрации. Таким образом, мы комплексно решаем все возникающие вопросы для того, чтобы обеспечить высокое качество работ на выходе и чтобы все жители были довольны. Отметим, за последние 4 года в Ленинском районе благоустроили 79 дворов. Кроме того, в 81 дворе провели комплексное благоустройство. На 100 площадках выполнили текущий дорожный ремонт. Ольга Волкова, Константин Головин. События.